Шалом! Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня урок с вами. Урок из цикла «Еврейское поведение». Это такой большой цикл. А частный цикл – это называется праздничный у нас. Праздничный цикл, подцикл. И сегодня мы будем говорить о Пуриме. То есть урок этот к Пуриму. Весь мой цикл «Еврейское поведение» начинался с такого урока «Актуальность Пурима». И вот сейчас я решил не повторить этот урок, нет, не повторить, а просто поговорить на эту тему. Называется урок «Пуримские события как эталон еврейского поведения», то есть чему мы можем научиться из событий Пурима в рамках еврейского поведения. И сделал я очень простую вещь, то есть я предлагаю ее сделать. То есть я собирался сделать всем по-другому, говорю, а почему бы здесь не поставить пуримский праздник, сделать Пурим, сделать пуримскую обстановку, поставить сюда бутылку чая, например, и иногда прихлебывать. Я был бы готов это сделать, но власти местные почему-то перепугались таких инноваций и сказали, что не надо. Поэтому сегодня будем рассказывать посуху. Пуримские события как эталон еврейского поведения. Ничего смешного сегодня не будет, очень все печально, потому что снова и снова это идет главным лейтмотивом всех наших уроков, это мусар. Придется работать над собой, улучшать свои качества. Одно из них, между прочим, радоваться жизни. Другое дело, как радоваться, как смотреть за собой, в частности, как себя вести в Пурим и так далее. И сделал я урок таким образом. Много было уроков, 200 с чем-то, если не 300 с чем-то, или 5000 моих уроков. Посмотрите, есть список этих уроков, видеоуроков по еврейскому поведению. И там все еврейское поведение, кроме уроков по Гемаре, по Талмуду. Так что в списке открывайте любой, смотрите и печалуйтесь, радуйтесь жизни, сколько еще много работы нужно сделать над собой. Я, например, всему каждый день этому радуюсь. И это надо себе исправить, и это, и за этим надо смотреть. Не всегда все получается. Так вот, на всех этих уроках, на любую тему приводятся материалы из Талмуда, из Торы, цитаты, отдельные разделы и так далее. Сегодня я просто взял утром и сделал простую операцию и вызвал на экран все те файлы с текстами. А у меня есть тексты, вы знаете, да, я подсматриваю, я их сам себе составил, эти тексты, подсматриваю. Сюда одним глазом конспекты мои, февральские, мартовские тезисы. Тезисы. И взял и посмотрел, где же упоминается Пурим, потому что очень часто события, пуримские события, то, что произошло в царстве Ахашвероша, где главными героями были Эстер, Мордехай, там тоже много чему можно поучиться, и вот я взял несколько таких вещей и решил здесь рассказать. Все, вступление закончилось, приступаем. Итак, пуримские события как эталон еврейского поведения. Вначале будем говорить за единство, еврейское выражение, о единстве, конечно. Почему? Потому что на первом уроке в Пуриме, на самом первом уроке из всех видеоуроков, мы говорили о том, что о единении евреев. Результатом этого единения стало то, что Всевышний нас спас. И чем они объединились? Сейчас будем говорить о единстве. Не постом, то есть пост у них был, пост одно из средств единения, из средств достучаться до Всевышнего. Почему? Потому что достучаться нужно через собственный клипот, через то, что мешает нам выйти на более высокий уровень. Да, так хорошо, без всякой метафизики. Я пытаюсь это объяснить. А объединились они не столько постом, при помощи поста они стали лучше понимать друг друга. Это важная вещь, тот, кто постится, понимает того, кто тоже постится. Как-то вот Джонти отдавал уроки, и это было совпало с летним постом, и не 9 эва. И люди в этой организации, не все были религиозные, и не всем было запрещено есть, они пришли сыты. И вдруг я понял, что как необычайно тяжело мне, человеку, который с утра голодный, а 9 ава там вообще с вечера, 9 ава мы не даем уроки, а в тот день давали, как трудно разговаривать с людьми, которые вообще-то ведут сытый образ жизни.
и рассказывать людям еще тяжелее, что вот враги сожгли родную хату, не так, что вот враги, римляне, сожгли наш храм тем, кто даже не знает, что, кому, как сожгли, а может быть, многие еще из них и являются потомками этих поджигателей. Тяжело было давать и урок, поэтому единство все-таки достигается тогда, когда все находятся в одинаковой ситуации, все постятся. Но мы на том уроке говорили о любви. Именно из-за того, что евреи начали соблюдать заповедь любви, и они были и спасены. Это и привело их к единству, единению, а Всевышний спасает всегда тех людей, которые объединены. Заповедь любви тоже просто взял и сказал, они начали любить друг друга, это не просто. Что такое любовь? Это простить. Мы так всегда говорили, сейчас просто нет времени, у меня очень насыщенный урок, я видел, что много страниц у меня есть, а дали мне только один час, и уже 8 прошло, 7. Любовь – это умение прощать, кто не умеет прощать, тот не умеет любить, уступать, без умения уступить, тоже не приходится говорить о теплых качествах, о теплых чувствах к другому человеку. Это помощь, это, может быть, нужно поставить вообще на первое место, и сопереживание. Так вот, эти четыре, кто умеет делать эти, проявлять эти четыре, обладать этими четырьмя качествами, тот начинает любить. Вы видите, не наоборот, это не средство любви, а причина любви. Попробуем кому-то уступить, когда можно было бы, не хотелось уступать, но можно. Не врагу своему, а просто человеку, который просит там нас за уступку, простить, помочь, хотя вроде бы не планировалось помощь ему, и мы заметим, что мы начинаем любить. Это вот это и есть объединение. И правило там было очень простое. Видали в истории по потопу, Мабуль, да, потоп, что случилось? Люди не объединились, погибли. Поколение Вавилонской башни в Вавилоне. Люди объединились, и почти большинство было спасено и не пострадали. Так или иначе, Всевышний прощает тех, прощает за грехи даже тех, кто объединился. Не тех, кто идет верной дорогой, заметьте, а тех, кто объединился. Просто правильная дорога, правильный путь помогает такому объединению. И это понятно почему, потому что он создал людей, все люди говорят, обращаются к нему наш отец, Авину Шебешамаим. Любой человек это может сказать, и обращаться к нему, и просить его помощи, пощады. Всевышний создал людей, они его дети в таком смысле, и он хочет, чтобы его дети любили друг друга. Настолько понятно и просто. Поэтому народ, который хочет спасения, должен объединиться. А объединение начинаем с чего? Ну, не правые примиряются с левыми за счет своих идеологических установок. Не религиозные люди с атеистами. Мы, мол, откажемся от части своего мировоззрения, а вы примите хоть немножко нашего Бога. Нет, не так это делается. Единение начинаем со своей семьи. А именно, учимся жить мирно. Мирно – это и есть объединение. То есть, такой вывод, просто сейчас некогда, это все выводы из наших уроков. Не отстаиваем свою правоту, когда нет необходимости в этом. Не заявляем о том, что я прав, чтобы ты не стал, и ты должен со мной согласиться. Не заставляем людей вокруг нас принять нашу правду, как я ее понимаю, и отказаться от своей, не дай Бог. Во-первых, это не поможет. Во-первых, даже если случится, это не поможет. А во-вторых, это никогда не случится. Никогда. И объединение является в данном случае, это отсутствие споров, как таковых, запрещается, не просто запрещается иметь неправильную позицию, запрещается высказывать правильную позицию, если твоя позиция приводит к спору. Поэтому отсутствие споров, мирные отношения – это уже и есть объединение. И начинаем это делать уже в своей среде. Не ждем, когда к нам придут наши люди, которых мы считаем оппонентами, а прям делаем в нашей семье, в нашем кругу, в том месте, где мы учимся, в том месте, где мы работаем, среди своих соседей, мирную атмосферу, где нет никаких напряжений. В семье самое простое, правильно? Да, у нас никогда не бывает споров в семье, а именно с друзьями, коллегами, в своей семье и так далее. Тут главное, повторяю, наше умение не настаивать на своем видении проблемы даже. Вот я вот считаю, что то-то и то-то происходит. Например, мама, которая хочет во что бы то ни стало научить ребенка правильным поведением, правильным навыкам,
Ну, понятно, что не нужно кричать на ребенка: возьми вилку в правую руку. Почему ты не говоришь тете Фире спасибо? Она тебе уже четвертую конфету дает. И человек уже три раза сказал, ну, четвертый раз можешь смолчать. Нет, происходит давление. Этого не нужно делать. А как нужно воспитывать? Тора нас учит. А именно, только своим примером. Ну, вот говори спасибо, и делу конец. И ребенок научится. В доме, где все говорят спасибо, и ребенок будет говорить спасибо без всякого понукания. И Тора говорит, как угодно учи другого человека, только без обиды, чтобы он не обижался на тебя. И никакой благой, хорошей цели нет, он воспитан культурного, хорошего мальчика. А наш Яшенька, я просто недавно слышал, не дай бог вырастет вором, потому что он вчера из песочницы принес чужую карусельку. Не вырастет он, не дай бог, таким человеком, а вырастет он очень хорошим человеком, потому что такие люди его окружают, семья. А карусельку можно дать, ничего страшного. И не будем кричать, когда карусельку нашего Яшеньки кто-то из детей возьмет с собой. Я бы даже и подарил бы, и не шумел. Не такая уж это дорогая вещь. Крик стоит дороже. А скандал между взрослыми, не дай бог, не дай бог, чтобы это нас обошла эта беда. Так поступал Авраам своим примером. И надо жить вообще, без, не обижая других. Почему? Потому и запрещает Тора обижать людей, потому что после обиды они удаляются от… Они уходят от того, кто их обидел. Удаляются. Даже если он прав, обратите внимание. Вот это получается разъединение. То обижает другого человека, тот разъединяет евреев. Девочка обижает братика, смолчим, ну ничего страшного, сейчас не произошло. Защитим братика, но не будем ее учить. Ребенок, ну меня извините, взял деньги в семье без спроса, ну не подадим вида, возьмем и изучим вопрос, в чем дело, что случилось, почему это происходит. Не надо с ним даже ввести душеспасительных разговоров, потому что ему неприятно, его поймали на таком неприятном… с таким неприятным делом. Нужно выяснить, почему, зачем ему нужны деньги. Может, ему на самом деле денег не дают мелких, а у приятелей есть. Сестра украла, помните, мы говорили на эту тему, карандаш. Старшая сестра кричит на нее, нельзя на нее кричать, якобы, чтобы она не выросла воровка. Не вырастет она воровка. От этого крика ничего не получается. И только когда нет обид, совсем обид нет в этой среде, вот там есть объединение. Это и есть объединение, когда нет обид. Записали, правильно? Что-то меня сегодня никто не приветствует. Здравствуйте, Раф Пятигорский, почему вас не видели две недели? Что случилось? Что такое? Мазы. Шаббат в доме Хофицхайма. Значит, все это, что мы сейчас сказали, это мы учим в Пурим, потому что и с Пурим, потому что в Пурим люди объединились. Шаббат в доме Хофицхайма. И пришли искать дедушки, он был уже большим человеком, взрослым, старым. Гуд Шаббас, его внуки, так там начиналось всегда, Шаббас в доме Хофицхайма. И пришли семья и два внука. В одной семье два внука. Первый внук был скромный, называется Бош по ним. Скромный очень. Дедушка ему сказал Бош по ним, так он его звал. А второй был Шалавлив. Дедушка сказал о нем: о, Аз по ним. Аз по ним – это вообще дерзкий. Вообще такое резкое слово. Все очень удивились, как же так. Аз по ним – это такое крепкое выражение. Дерзок. Да и по-русски-то, кстати, да? А он объяснил, вообще-то оба типа, и скромный-скромный, и такой резкий мальчик, нужны нашему народу. Каждый нужен в свой момент. И привел пример. Часы. Он показал на часы, которые висят на стене. Он говорит, вы же заглядывали внутрь, да? Там много колесиков есть, шестереночек, и они вращаются очень слаженно, ритмично и хорошо, и часы представляют собой единый организм, налаженный. Но заметьте, что каждые два колесика, они каждый по отношению к другому вращаются в противоположные стороны. Они вращаются против друг друга, так и в нашем народе. Бывают ситуации, когда нужно проявить дерзость или смирение. И главное не перепутать, в какой момент какие качества проявлять. И именно слаженность такая должна быть. В нашем народе сказал Хофицхайма. Поэтому не кричите на дерзкого и не кричите на скромного, на что ты сидишь, ну, прояви инициативу и так далее. Не надо. Вывод. Каждая община в еврейском народе должна оставаться сама собой. Левые, правые, ортодоксы, хасиды, литваки, да пожалуйста, всем внутри нашего народа хватит места. В нашем народе много места, как в нашей стране много места было сказано, широкая страна, она не маленькая.
И кто-то скажет, придет, ну, с антиторой-то надо сражаться, есть люди, которые выступают против Торы, сражаться, это слово меня сразу же настораживает. Я вообще-то не очень уверен, что вообще нужно сражаться, а сражение еще никто не выигрывал, евреи это знают. Выигрывали сражение, теперь мы победители. А с другой стороны, противодействие, если мы будем против кого-то выступать, только делает другую сторону сильнее. Вы знаете это правило. Вот, например, изучение Талмуда в России. Нам запрещали, мы учили, поэтому мы выучили именно в силу запретов. И лучшие, ну, не лучшие мудрецы, лучшие ишивы, по крайней мере, в XIX веке были именно в России. Я так полагаю, что даже русским евреям, которые приезжают в Израиль, здесь есть им место не потому, что таков закон, а потому что они евреи, скажут, но они же ничего у них нет, не с точки зрения сионизма. Сионисты говорят, они же могут уехать и в Канаду. Ну, пускай уезжают, что случилось? Им здесь место. Это, у них такое же право на эту страну, даже если они не знают обычаев, даже если они нечаянно привезли сюда другие обычаи, человек сразу не переделаешь. Так говорят, но если они приехали к евреям, не будучи ими, то почему они теперь устанавливают здесь свои порядки? Я говорю, смотри, а какие порядки? Если порядки быть образованными, культурными, воспитанными людьми, то это хорошие порядки. Они тоже евреи, и мы всегда куда-то приходим и что-то устанавливаем. Это у нас такое свойство. Если кто-то думает, что он приезжает в другое место, будучи ортодоксальным евреем, ой, посмотрите за собой, он тоже начнет в какой-то среде устанавливать свои ортодоксальные порядки. Я знаю все это, и поэтому со временем все евреи, которые еще и не были евреями, приехали, будучи евреями только формально, станут евреями и по вере тоже. А пока они проверяют нас на крепость, да? Как мы себя ведем и нарушаем на своих правилах, не обижаем никого. В Иове, 36 глава, 5 стих, так сказано: «Вот Всевышний, всемогущий, могучий Всевышний, но не презирающий». Это очень важно. Он не презирает людей, каким бы они ни были, даже если заслуживают презрения. Не дай им Бог. Так иначе мы учили в Пурим про любовь. Всевышний спасает тех евреев, которые объединяются. Он вообще спасает тех людей, которые объединяются, евреев в том числе. Они объединяются, когда выполняют заповедь «Люби своего ближнего». Такова схема того урока, который сейчас я дал. Любить начинаешь, когда делаешь человеку то, что делают любимому, а не наоборот. А мы учили, что помогаешь, прощаешь, уступаешь, отвечаешь за него – это те качества любви, которые нужно проявлять по отношению к другим евреям, и это нас объединит. А теперь добавим, когда готов, так же, когда готов собой пожертвовать ради этого человека, это уже высший уровень ответственности, то, что сделал Эстер, и то, что сделал Мордехай. Видите, вот пять свойств. Это было первое, единство. Второе – судить другого человека с хорошей стороны, лядун, лекавсхуд, это самое тяжелое, что бы он ни сделал, сказать, да он плохой, ты смотри, что он сделал. Нет, у него, может быть, была причина. И очень часто такое бывает в нашей жизни, в нашей биографии. Посмотрите такие факты. Я что-то сделал, и кто-то очень обиделся, и, как мне сказали недавно, накатить бочку, да? Есть такое выражение. Он на меня пришел и заявил какие-то агрессивные вещи, а то он не знал, что вот почему я это поступил. У меня была причина, я не могу же о своей причине кричать везде и всюду, а теперь мы учимся очень простой вещи. Как только мы видим, что что-то не так происходит, как я бы хотел, значит, у этого человека, скорее всего, есть причина, и не надо на него шуметь, кричать и катить вышеупомянутую бочку. Почему? Потому что после этой бочки он лучше все равно это не станет, если даже сделал плохую вещь, и поэтому не надо торопиться его. Это даже не обида, а что? Про обиду мы уже говорили, а что? Это называется учить других людей. Так вот, прежде чем учить других людей, лучше подумать о них. Это с хорошей стороны. Лядун, лекав, схуд. То есть сказать, что то, что он сейчас сделал, это на самом деле никакое не нарушение, у него есть причина, и поэтому он должен был так поступить. Ну, трудно иногда бывает подумать хорошо о другом человеке. А был у меня такой пример, так я рассказывал на уроках, что когда одному человеку сказали, что тут нас ворует, он говорит, нужно поймать вора, его поймали. И он сказал, ну кто это? Он сказал, ваш брат. И он расстроился, он меньше всего хотел это.
хотел это услышать. Так получилось на самом деле. Взял брат чужую вещь или вообще что-то сделал. Сын. И он очень расстроился, почему? Потому что он не хотел этого. И он не хотел, чтобы эти люди об этом знали. И он, конечно, с братом поговорит, конечно, с сыном поговорит, что не надо брать чужие вещи. Ребенок может быть, взрослый человек, всякое бывает в этой жизни. Но так вот так, и нужно относиться к любому другому человеку. Это был мой брат. А теперь, пожалуйста, иди осуждай, если ты брат. При всех, умеешь это делать. Начинаем вот так вот тут оправдывающе судить всех, и рано или поздно мы начинаем этих людей любить, как своих братьев. Рав Ариэль Левин, про него история. Рав Ниссан Тикачевский, я его знал при его жизни. Он руководил в свое время Ишивы Эц Хаим. Была такая история. Одного мальчика стали появляться на руках огромные большие деньги. Ну, как большие? Ну, ребенок, это Ишивы для маленьких, сколько там, 13 лет, 14. И деньги, вот 50 шекелей, ну, сейчас 50 шекелей, может быть, талиры были. Так иначе, там, 100 шекелей, один день, второй. И спросили, откуда он их тратит, направо, налево, угощает своих друзей. А он отвечал, нашел, в другое время скопил, там дядя приехал из Тель-Авива, его подарил. В общем, что-то происходит странное. И он решил посоветоваться с Равом Арье. Тот вызвал мальчика к себе, очень мягко с ним поговорил, объяснил, что все люди слабы к деньгам, он вообще любой человек. И он сам раввин тоже. Деньги – такая вещь полезная, но надо починить ситуацию. Дальше будет только хуже, если вот так вот деньгами направо-налево тратить их. У денег есть хозяин, он может расстроиться. Он не сказал, почему ты воруешь, зачем? Он даже не выяснял, откуда у тебя деньги. Мальчик сказал, что иногда он берет деньги из кармана отцовского пиджака. Я боюсь, что это был не Рав Арье, это был как раз руководитель этой самой Ешивы. Еще Рав Арье еще нету здесь. Иногда берет деньги из кармана отцовского пиджака. Так иначе он уговорил, так больше не поступать. Тот обещал. И все-таки это был Рав Арье, по-моему. Но сейчас уже не помню, ведь не написано конспект. Так или иначе, все это передал Рав Арье, руководитель Ешивы, тот должен поговорить с отцом мальчика, он не собирался с ним разговаривать. Тот поговорил, но отец не поверил ни слова, сказал, что вы, в общем, мой сын праведник, цадик, чтобы он плохую вещь сделал, и не поверил. И пришли вот они к Рав Арье, и тот снова сказал все это отцу. Ну, наверное, все-таки это он был. Тот вдруг, что вот он берет у вас из кармана деньги. Он сказал, он не мог, трудно было Рав Арье не сознаться. Заплакал, сознался. И отец вдруг услышал, понял, да, это сын. И как начал убиваться, закричал, я убийца, что выяснилось. В той семье жила мать жены, муж, жена, ребенок, дети и ее мать. Почему они в дом престарелых не сдавали? Здесь не русские дома престарелых, очень даже квалифицированные. Но так или иначе они этого не делали. И она была с ними, и начали пропадать деньги, причем постоянно. Он подумал на нее, сказал жене, это стал протестовать, что моя мама, не может этого быть. Муж сказал, тебя не подозреваю, ты праведница, сына тоже, он тоже на это не способен, мы же его знаем. Остается твоя мать, твоя мама. Жена в слезы, но когда пропала уже большая сумма, муж сказал жене, или я, или твоя мама, выбирай, так жить нельзя. Я уж с ней уже и разговаривал, женщина тоже в слезах. Я тебе буду давать деньги, но не берите потихонечку больше, чем нужно. И так или иначе отправили ее в дом престарелых, и там она через месяц умерла. Не от того, что было плохо, а от того, что незаслуженная обида. Это же не она была. А теперь выясняется, что не она брала деньги, а вот был сын брал. Так он кричал, я убийца, расстроился очень. Рав Арье посоветовал ему исправить дело тем, что пускай он пойдет на кладбище и попросит у ее могилы, или стоит рядом могилы, прощения. И мы знаем, есть такой акт, такое действие, и здесь не время говорить об этом, но нужно так уметь просить прощения даже у мертвых. Тот так и сделал. Если у вас что-то есть, какая-то недосказанность, тяжелые вещи с умершими родственниками, папой, мамой, не дай бог, не надо никому об этом говорить, нужно прийти на могилу и попросить прощения.
Если нет такой возможности, ну, нет этой могилы, осталась там в другой стране, ну, значит, нужно взять и попросить прощения у нее. Я знал человека, который приходил в синагогу, пришел один раз, открыл Арон Акоин, даже там, где хранится Тора, и попросил прощения у своего отца. Отец погиб, во время войны это было, погиб, вообще исчез. И неизвестно, где его могила. И он так попросил у него прощения, убивался за то, что он сделал ему. Ну, может быть, резко разговаривал, не знаю, о каких-то вещах, которые были между ними. Так или иначе, если у нас, второй раз мы говорим, ворует деньги домашний мальчик, надо не кричать, не обвинять его, не наказывать. С детьми это бывает. Не знаю, есть люди, которых вообще никогда ничего не взяли чужого в детстве. Помню, я в свое время увидал у своего дяди, совсем уж я маленький был, меня отец вез на санках по Москве, Черкизово, заснеженные, и там играли в шахматы, и так мне фигурки эти понравились, что я взял пару ладей и коней, и кони мне очень понравились. Ну, сколько мне лет было, я не знаю, меня везли на санках и держал у себя ее в шубе. И потом сказали, одна родня, родственники, моему отцу: «Изя, вот твой сын, увидели игру, взял фигурки, перепугался, в снег ты не выбросил?» Я: «Нет, не выбросил, плакал, помню». Но никто мне ничего не сказал, вообще никто ничего не сказал. И видите, слава Богу, вором же я не вырос. Любую ситуацию надо решать мирно и помогать тому, кто нуждается в нашей помощи. Ну, дайте купить ему фигурки шахматные. Третья тема – не участвовать в ссорах. Обычная схема ссоры такая. Сейчас мы тоже выучим из Пурима. Схема ссоры такая. Один не понял другого. Ну, не понял он его, всякое бывает. Решил, что тот выступил против него и причинил ему ущерб. Ну, скажем, моральный ущерб. Обидел, оскорбил даже. Он сказал: «Ну, ты чего, не догоняешь?» Это уже некоторые люди обижаются на такую не совсем красивую фразу. И он что? И он нападает на этого первого уже осознанно. Сделал ему ироническое замечание или там нагрубил. И все зависит от того общества, в котором мы живем. Там, где говорят резко, может быть, вообще его оскорбил. И вроде бы без причины. И так получилось, что тоже не понял, в чем дело. Он его захотел обидеть, а тот не понимает, в чем дело. И тот отвечает ему тем же. У него есть право. Он думает, что у него есть право отвечать. Вот чтобы избежать вот этого автоколебания, да, вот этой вот снежного кома, который только нарастает с каждым словом, надо стараться сделать так, чтобы тебя поняли, чтобы тебя понимали. Говорить нужно четко, ясно. Заботиться именно о правильном понимании твоих слов или действий. А не говорит, не так говорит: «А, это его дело, как у меня понимает, так это его, в силу своей испорченности». Знаете, такое есть выражение. Это первое. И второе. Если у меня есть какая-то претензия, я не понял, что случилось. Если говорю, да, я не понял, я не понимаю. И как это такая интонация очень интересная есть. Не понял. Вспомнил эту интонацию. Есть такая аре, да? Один другому что-то говорит, говорит: «Не понял. Мол, что ты на меня наезжаешь?» Так вот, пойди и спроси, в чем дело. Выясни, все знают, что ты мирный человек. И вы потом еще посмеетесь. Как-то ты мог такое подумать с таких безобидных слов? Или же он поймет, что такие слова безобидные, не очень-то они безобидные, лучше не произносить. И вот, если тебе пересказали чужие действия или слова, направленные против тебя, вообще нельзя им верить, по крайней мере, вообще их нельзя принимать. И никогда никому нельзя пересказывать чужие слова или поступки, если есть подозрение, что они могут быть восприняты как что? Как плохие, кому-то может не понравиться. А главное, ссора начинается там, вы смотрите, сколько теорий сегодня, где люди не ценят свою дружбу, свои хорошие отношения, не ценят мир. И где говорят так, что их интересы, они заявляют об этом, важнее мира, истина мне дороже. Где считают, что правда ценнее дружбы. Не дай Бог, это крупнейшая ошибка. Это явно не еврейское поведение. Спаси, да, Всевышний нас от этого. Иногда нужно поступиться собственной выгодой, собственным, не знаю, реноме, авторитетом, своим уровнем, или даже именем, да, откажитесь от этого, ради того, чтобы не разгорелась ссора или вражда. Лучше раввину отказаться от звания раввины, быть как все, абсолютно как все,
но только не наставить на своей правоте и не обижать людей тем, что он поддерживает свой авторитет, не дай Бог. И это мы от вражды уклонились. Это урок Пурима. А почему урок Пурима? Да они и вели себя таким образом, что никто никогда никакой вражды друг другу не испытывал, а значит, хотели, не хотели, у них не было ссор. Были бы ссоры, не было бы объединения, не было бы поста, не было бы спасения, не было бы выполнения функции Мордехая и Эстер, не было бы, не дай Бог, еврейского народа. А мы так скажем, ну, Мордехай же сказал, Эстер, иди к царю Ахашвирошу, расскажи про козни Амана, спаси нас. Она говорит, у нас так не принято, мы вообще живем не в России 21 века, где друг с другом мягко разговаривают, и здесь у нас восточная деспотия. Кто пришел без спроса к фараону, как называется, к царю Ахашвирошу, то его просто казнят без разговора, надевают просто мешок на голову, и он висит уже на мачте. Поэтому нельзя сделать. На что Мордехай говорит, ну, если ты не пойдешь, то спасение будет, произойдет, но а ты, не дай Бог, покроешь позором себя и свой, и дом своих отцов. Видите, сказано было, кто-то спасет. Нечего спасать, если все скандалят друг с другом. Поэтому давайте хотя бы мы с вами не будем ссориться дома. Хорошо, давайте договоримся сейчас. Вот мы с вами, моя семья, ваша семья. Кто сегодня слушает? Меня хоть одна семья слушает? Если мы с вами договоримся, все, еврейский народ уже, возможно, качнется в сторону спасения, чтобы, не дай Бог, произошло с нами, ну, какие-то международные неприятности, межплеменные неприятности, которые мы в настоящее время наблюдаем очень часто в разных материках, в разных странах. Очень неприятные вещи иногда происходят. И нас Всевышний спасет только из-за того, что мы умеем себя вести пристойно в семье. А вы скажете, у них же в семье себя ведут пристойно, а чего же их не спасает? Непристойно, значит. Нет единения. Было бы единение в семьях, в общинах, в городе, в народе, в целом народе, в стране, Всевышний бы их спас. Это тоже как ком нарастает. Раби Залман из Вильны. Он должен был произнести кидуш етом. Кидуш етом – это, знаете, кидуш, который произносит кто? Тот человек, который в трауре находится, или же у которого, человек, у которого есть йорцайт, годовщина по еврейскому календарю, смерти близких родственников. Это называется скорбящая смерть, да, у нас родственник, 11 месяцев он должен быть. Но так иначе у него был кидуш етом. И во многих общинах говорят вместе, в определенный момент в Сидуре написано кидуш етом, для тех, кто справляет траур, в это время не произносит кидуш. Кидуш я все время говорю. Давно я так говорю, нет? Кадиш, конечно же. Он, я это чувствую, Ария пишет уже, чтобы я справился. Потому что я сейчас сегодня покупал для Пурима. Вот я просто вижу, они тут стоят у нас, бутылки с молоком. И поэтому почему-то я решил, вспомнил о кидуш. Конечно же, кадиш и то. И два дня назад приносил кадиш по отцу своей жены, мог бы уже и знать, переводил сидуры. И во многих общинах говорят этот кадиш все вместе, а в других по очереди. Вот есть такие общины, где по очереди все вместе не говорят. И на всех очереди не хватает. Утром их все там 3-4. А в конце молитвы он вышел произнести этот кадиш, но там уже стояли другие люди в этом месте, в центре. И он вернулся на свое место. А Реб Хаим спросил его, почему не произносит Реб Хаим, это Воложенский, из Вильны, спросил Раби Залмана, почему не произнес он кадиш? А он ответил, написано в Сефер Хасидим, книга такая, замечательная книга по мусару, вообще по еврейским законам. Не ссорься даже из-за заповеди, кому ее исполнять. А там люди уже начали ругаться, кому произносить этот кадиш. Я срочно бежал оттуда. Четвертая тема. Это было у нас не участие в ссорах, да? Сегодня мы говорили про единство, судить с хорошей стороны, не участие в ссорах, заповедь пришла к еврею, пусть не упустит ее. Эстер ее не упустила, сказал Мордехай, Эстер, иди сейчас, срочно иди к царю, и Всевышний тебе поможет, потому что если ты идешь выполнять заповедь, какую заповедь? Спасение еврейского народа. Если пришла любая заповедь, ну не такая большая, спасение еврейского народа, то нужно сразу же делать. Не задерживать на завтра. Кстати, может быть, маленьких заповедей нет. Любая заповедь спасает еврейский народ. Мы об этом только говорили. Сейчас только говорили. Простая заповедь – любить другого еврея. Любить других людей.
ты начинаешь любить, и эта заповедь спасает, как и сказал Рамбам, все, может быть, кто-то выполняет, кто-то не выполняет, и, может быть, все это вообще прямо на острие стоит, сейчас свалится или направо, или налево. Выполни ты, и все это пойдет в хорошую сторону. Это называется каф, чашка, каф-схуд, оправдание. Чашка, где лежат оправдания еврейского народа. Я сужу о нем хорошо, и тут же хорошо станет еврейскому народу. Это точка невозврата была. Очень хорошо, что ты это сделал. Спасибо, ты спас всех евреев. Значит, это была история из Эстера Мордехая. Как он сказал, это 4 главе книги Магилат Эстер. Кто знает, разве не для этого ты получила царствование, так удачно ты получила это царствование, не для своей же жизни? Ой, говорят, деньги большие появились такого-то еврейского олигарха. Для чего? Для его радости, для его веселья. Ты, может быть, он на эти деньги должен был сделать что-то такое, чего не мог бы сделать без этих денег. Может быть, для единственной какой-то заповеди он эти деньги дал, например, на перевод Гемары на русский язык, и вдруг весь еврейский народ будет спасен из-за того, что он это сделал. Но не просто так привалило ему такое большое счастье. Поверьте, просто так ничего этого не бывает. И это мы учим из пуримских событий. А ведь Мордехай знал, спасение и удача придут к евреям из другого места, если ты не придешь к царю. В силу каких заслуг? И так было сказано, в силу учения Торы еврейскими детьми. Это написано в трактате «Могила». Есть такой трактат Вавилонского Талмуда, 16 лист. Тем не менее, он потребовал от Эстер рисковать собой и пойти к царю. Всего-то нужно было, что нужно было сделать? Да пускай принеси детям книжки, чтобы они сидели и учились, Тору они учили, будет спасен еврейский народ. Нет, он сказал, Эстер, иди и рискуй жизнью. Это означает, что человек должен сделать некоторые усилия, иштадлус, иштадлут, которая сопровождается самопожертвованием, мессирут нефеш называется, да? И только это приведет к успеху всей его миссии. Это другие примеры очень простые. Нахшон, помните, вошел в воду, когда за нами гнался конница и колесница фараона, и море расступилось только после того, как Нахшон вошел в воду. От Хашманаем подняли восстание, рисковали жизнью, и некоторых из них убили прямо в бою. Сами освобождали еврейский народ, и Всевышний им помогал, но без усилий человека тоже ничего не получилось бы. Поэтому Мордехай рассуждал так. Нет ничего случайного в этом мире. Эстер получила корону для какой-то очень высокой цели. Наш олигарх получил деньги для какой-то высокой цели. Он же еврей. Скорее всего, это спасение народа. Так это было в те времена. Поэтому пройти ему такой возможностью, это что? Это преступление. Вне всякого сомнения. И царице явно проще спасти еврейский народ, чем другим людям, которых не вознесли, не подняли к власти. Вывод правила очень простой. Любое событие, которое пришло к человеку, и которое указывает на необходимость чего? Мобилизовать силой сделать доброе дело, то должен делать именно он, раз эта возможность пришла к этому человеку, а не отказываться от него – и переложить это дело на других людей. Мол, что я тут, крайний, что ли? Пускай другие спасают еврейский народ. Или помогают переводить гемар на русский язык и так далее. Это правило. Это называется симан, да? Симан мишамаем, знак с неба. О том, что именно ты получил право и обязанность сделать хесед, сделать это хорошее дело. И впервые мы это выучили у Авраама. Он принес хесед. А потом мы это увидели в событиях Пурима. Общее правило такое. Если человеку указывают с неба, то что значит есть? Без всякого есть. Человеку именно показывают с неба именно то, что ему нужно увидеть. И именно он один это увидит для дальнейших действий. То есть ему дается увидеть в ситуациях, в которых он оказался, что-то такое, что только он один поймет. Или несколько людей поймут, но им показали, значит, они это должны сделать. Это нужно уметь разглядеть. Это на самом деле, этому нужно учиться, чтобы не видеть пустое в наших в событиях, которые происходят в нашей жизни, а видеть на самом деле знаки с неба. Например, увидеть действие меда кенегед меда. Вот я сделал, не дай бог, плохое дело когда-то, и так и не понял, плохое или хорошее, а теперь оказался в такой же ситуации. На том же берегу моря с таким же запахом йода. А история совсем другая. И мне
было плохо, мне сделали плохо. А, это реакция Всевышнего, небес на то мое действие. Меда кенегед меда, мера за меру. Теперь я знаю, что это нужно исправить. Я исправляю сам себя, я попал в тяжелую ситуацию, кричу, молюсь, воплю Всевышнему, и он делает чудо спасения. Понятно, да? Плохое дело прошел мимо. Мне сделали плохо, и я обнаружил, что это из-за того, что я сделал плохо, потому что оказался в такой же ситуации, делаю тшуву, молюсь, приходит чудо. Никогда не приходит к еврейскому народу чудо просто так. О, спасли наших праотцев, о, спасли нас. Спасли, то когда мы прошли весь этот путь. Мы исправили себя. Чудо приходит только тем людям, которые готовы к самоисправлению, к улучшению, к тому, чтобы любить других людей. Раби Йошуа Лейб Дискин. Вот, я уже нашел. Весточка от Сильвии, спасибо. И вам еще спасибо, я чему еще продолжаю. Спасибо, Сильвия, что вы со мной, значит, я не один здесь. Значит, мы уже двое, да, две семьи, Сильвия, ваша и наша, и вот еще Рэбарье с нами сидит. В прямом эфире, по крайней мере, в записи, может быть, уже появится больше народу. Я надеюсь. Раби Йошуа Лейб Дискин. У него за столом всегда кормилось очень много народу. Бедняки и старики. И однажды он увидел, что одному старику трудно кушать твердый хлеб. Ну, старикам твердый хлеб трудно кушать, у него, наверное, зубов не было. Есть такие старики? Я не знаю, я еще не старик, не знаю. И он с хлебом мучился, корки были там. И он подсел рядом с ним, прямо во время трапезы Сеуды. Подсел к нему и начал брать этот хлеб и брать мякиш. Там их еды-то большой не было, он ему начал мягкую еду давать. И тот трясущимися руками брал этот мякиш и кушал. Все увидали, что он как слуга у этого человека. Предложили свою помощь, побежали. Раф, я могу это сделать, усадить в углу стола. Он сказал, что нет, я не могу уступить свою долю заповеди. Вы свою долю уже пропустили, все же это видели. Я от своей не откажусь. Один человек спросил его после обеда, как он вообще увидел, что тот кушает мякиш. Раф ему ответил, во-первых, этот вопрос надо задать во время изучения Торы. Когда мы Тору учим, там так сказано, в Торе написано. Авраам поднял глаза и увидел, вот три человека стоят перед ним. Знаете ли, не написано «Авраам увидел», вот три человека стоят перед ним, написано «поднял глаза». Означает, чтобы увидеть, надо поднять глаза. Надо заходить, посмотреть. Видит тот, кто хочет увидеть. Не просто такое есть выражение, каждый видит, что он хочет увидеть. Так это в хорошем смысле. Нужно увидеть, нужно другого человека, что, нужды другого человека, чтобы помочь им. И это и называется тебе был. Вот это знак с неба, только ты и увидел. Этому Рав научился у своего отца, Рав Дискин, Рава Бениамина Дискина. Он был главным раввином города, эту историю я уже тоже рассказывал. Однажды он шел по улице, увидел грузчика. Грузчик, он и должен нести груз, а тот согнулся под тяжестью, необычайно тяжелой тяжестью, чуть ли не падал. Наверное, просто хотел одну ходку сделать, а не две с этим грузом. Он подошел к нему и взял у него часть груза и пошел, переложил на свои плечи, то стал протестовать без всякой пользы, и он пошел с ним. Ну, там нужно было сделать эту ходку. Он так шел с раввином. Люди видят, идет главный раввин города с грузчиком, и, ну, раввину нужно помочь, и подбежали, и решили ему помочь. Рафам отказал, сказал, что это его заповедь, от нее он уже не откажется. Вот так они прошли через весь город с грузом на плечах, носильщик и весь раввин города. И если, мне пришло в голову, если бы я жил в то время в том городе, где грузчики ходили с весом на плечах, получать за это зарплату, кстати, евреи, я бы видал такого грузчика, нужно теперь подойти и помочь ему. Почему? Потому что ведь Рав подойдет, если я не подойду. А Раву уж я точно помогу. Вот и помогай, пока даже когда Рава нет. Так ничего, это логично, нет? Пример из книг про Бешта. Бешта – это Бааль Шем Тов, зачинатель хасидского движения. Он Но он так сказал, он так считал, что каждый человек видит и слышит примеры, да, видит и слышит то, что ему полагается увидеть и услышать. Это была теория Бешта. И все события вокруг человека, так говорил Бешт, происходят для того, чтобы пробудить этого человека, поднять его на более высокий уровень духовности. Духовность – это значит отношение к людям.
Вывод Бешлама был такой, очень простой вывод. Поэтому праведники не видят ничего плохого вокруг себя, никаких безобразий, их нету безобразия, потому что ничего плохого вокруг них нету. Они не видят плохого в других людях, хотя у них есть это зрение. Они не видят плохих качеств. Поэтому, если они видят или слышат плохое, это знак с неба, что они должны что-то починить в себе. Так, ничего, нравится теория Бешта? Рэбари, нравится? В книге Бнеи Сахара рассказано, что однажды Бешт увидел человека, который открыто нарушал субботу. Открыто, в то время это была редкость большая. Это его ужасно поразило. И он понял, что сам вид такого человека для него – это наказание. Сел он думать, откуда это все происходит, какова причина в его действиях. Посмотрел на свои дела. Это очень важное правило, когда ты видишь, не понимаешь, в чем дело, смотришь на свои дела, именно их перебираешь, и нашел, что однажды при нем, в его присутствии, плохо отозвались об одном мудреце Торы, Талмид Хахаме, и он смолчал. Ну, не захотел обижать другого человека, смолчал, тем самым укрепив того, может быть, в мысли о том, что так можно говорить про мудрецов Торы. Вот за это его наказали видом человека, который что, нарушает субботу. По принципу, мудрец подобен субботе. Он же ведь тогда смолчал о мудреце, а ведь есть такая вещь, мудрец подобен субботе. Как еврейский народ спасается из-за того, спасается Всевышним, из-за того, что у нас есть мудрецы, так и еврейский народ спасается из-за того, что мы соблюдаем субботу. Поэтому и говорят, суббота помогает нам. Мы, евреи, соблюдающие субботу, мы все евреи. Именно в силу того мы и евреи, что мы соблюдаем раз в неделю, соблюдаем целый день субботним. И поэтому не можем оставить Тору. Да, ничего? Услышанное обязывает того, кто слышит. Увиденное обязывает того, кто видит. Надо что-то предпринять, исправиться, например. Например, спасение Иосифа Рувеном. Иосифа посадили в яму, и он, и про Рувена было сказано, и услышал Рувен, и спас его от их руки. Что он услышал? Никто ничего не говорил. Все сидели все вместе. А он услышал слова, которые были голосом с неба. «Батколь». Так было сказано. Помните, да? «Посмотрим, что будет с его с нами». Так сказали братья. Помните, такую фразу сказали? «Пришел он и сказал, вы мне, звезды мне кланяются, колосья мне кланяются, отец и мама мне кланяются». И вот они сказали, вот теперь посмотрим, что будет с его с нами. Так сказали братья, когда он приближался. Сейчас мы его убьем, посадим в яму, еще что-то с ним сделаем. А, так это же не просто так было сказано. Посмотрим, что будет с его ямой, с его с нами. То есть с его с нами что-то будет, они станут явью. Это он услышал. И раз услышал только он, то он понял, что спасти брата должен только он. И он его спас от верной смерти. Другой пример. В трактате Таанит, да, Раби Йоханан, великий Раби Йоханан, который был в паре, да, с оппонентом, с кем? Реш Лакишем. Мы сегодня вот будем записи у нас Гемары Талмуда, и там будет спор между Реш Лакишем, величайшим мудрецом Раби Йоханан. Оказывается, он был просто молодым человеком, юношей, который учил Тору, но кушать было нечего. И однажды он со своим другом, так написано в Таанит, 21-м листе, решили пойти в другой город заработать на хлеб и сели отдохнуть в тени одной стены. Я об этом тоже рассказывал, вообще все это рассказывал. И Раби Йоханан, тот задремал, Раби Йоханан услышал разговор двух ангелов. Один сказал, слушай, давай эту стенку на них обрушим и делу конец. Почему? Потому что они могут учить Тору, они ее не учат, они уходят на заработки. Сейчас мы их убьем, стенка упала. То есть смысл такой был, да, они оставили грядущую жизнь ради чего? Ради этого физического мира. А второй сказал, нет, не будем их убивать, потому что один из них вырастет в Торе и станет известным учителем. Он нужен еврейскому народу. Раби Йоханан услышал, что он слышит этот разговор, а его товарищ не слышит. Вот что он увидел. Услышать этот разговор он услышал словами, а то, что товарищ не слышит этот разговор, это он увидел глазами и понял, что речь-то идет о нем. И что он сделал? Я с ним распрощался и пошел обратно, сел учить Тору, и ничего страшного не произошло, не умер он с голода, стал великим ученым. А тот встал, ничто ни на кого не упало, и пошел зарабатывать себе хлеб, наверное, грузчиком в соседний город. Отсюда видим, что с неба дают человеку увидеть и услышать то, что нужно ему, а не другим.
а значит, увиденное и услышанное обязывает его к его индивидуальным действиям. Так хорошо, в частности, поясняет фразу Торы. Ваикра так начинается. Ваикра, книга Ваикра, которая вот сейчас тоже начиналась. Да? Мы находимся в начале книги Ваикра, если в реальной жизни, а не в записи. Там написано «И возвал к Моше Всевышний, к пророку Моше». К нему возвал, дал ему услышать, а остальным не дал. Он возвал к Моше, а не к еврейскому народу. Поэтому и Моше сделал те дела, которые он делал. И еще одна тема – работать над качествами. Ой, вся остальная тема я не успею. Ну, может быть, в следующий раз как-нибудь расскажу. Пурим продолжим, Пурим, после Пурима, нет? Работать над качествами. А именно, вообще у человека есть много разных качеств. Существует ряд плохих качеств, не очень хороших, недокачеств, перекачеств, что угодно. С некоторыми качествами нужно бороться в себе. А не в других, кстати. Надо лечить себя, а не других. Это такая вещь, как, например, я перечитаю, ненависть. Ее нужно убирать у себя. Зависть с концом, совсем. Жестокость по отношению к другим людям. Их вообще много. Есть другие плохие качества. Только примеры. А какие качества хорошие? Их надо все взращивать. Что нужно взращивать? Тикун медот. Какие медот нужно в себе чинить и улучшать? Вот об этом мы и говорили на уроке, на пуримском уроке, на уроках Пурима. Да? Первое, на этой первой лекции. Всевышний спас евреев во времена Эстера и Мордехая, потому что они объединились. Он спасает людей, когда они объединяются. Так он поступил с поколением Вавилонской башни. Но не поступил с поколением потопа. На основе чего люди объединились? Повторяем сегодня, это сегодня рефрен. Они стали соблюдать заповеди, какие? Полюби ближнего, как самого себя. А именно, легче вообще-то не любить людей, чем любить. Надо заставить себя. Вот эти вот заповеди, о которых мы все говорили. Кстати, между прочим, что такое любить или не любить? Что такое любить, не любить? Мне в блоге разные люди пишут всякие вещи. Так прям написал, я не люблю людей. Ну, не знаю, что с ним теперь сделать. Забанить его, знаете, да? Убрать его, чтобы он с вами не ходил никогда. Что с ним нужно как-то было объяснить? Я уж не помню, что я с ним сделал, но он написал, я не люблю людей. И на примере, знаете, что он написал? Что делают с людьми власти той страны или какого-то города, в котором он жил, неважно какого. Он разуверился в человечестве, что люди очень плохие, расстроился. Но это самое легкое – разувериться в людях, проще простого. Каждый из этих людей, в которых мы разуверились, себя не любит. Ну и что? Как и что? А то, что я себя люблю, тоже. Я, тем не менее, делаю плохие вещи, поэтому, если я себя люблю, это еще не показатель того, что я делаю хорошие вещи. Это настораживает. Чем это я отличаюсь от этих людей? Я себя люблю, они себя любят. Так или иначе, как я себя люблю, так надо любить других людей. Вот для чего мне дана любовь к самому себе. Ну, как любить других людей? А мы об этом говорили. Прощаем, уступаем, помогаем, за них отвечаем. Ответственность, ни в коем случае не равнодушие, не безучастность. Кого любим, с теми так и поступаем. Вот это надо делать со всеми. Поступай так и полюбишь. Итак, положительные качества человека. Какие? Прощает, старается по возможности простить, ищет себе возможность такую. Уступает, старается по возможности уступить, думает, ну а если я уступлю, что произойдет? Это первая реакция должна быть на просьбу. Уступить. С концами уступить, совсем дать. Неравнодушен к его проблемам, старается помочь. И такими должны быть вообще все мы, не только еврейские раввины, но каждый человек. А вы спросите, и не еврей тоже? У вас есть знакомый не еврей? Отвечаю, и не еврей. Ему тоже нужно быть таким. Может быть, он не знает об этом. То есть, это не вы должны говорить, ты должен, Рав Пьерский сказал, ты должен. Ничего не говорил, ничего не должен. Он должен перед самим собой. Каждый человек должен сам перед самим собой быть хорошим человеком. Правильное поведение предшествует изучению, соблюдению Торы, так говорим мы. А раз так, то она, правильное поведение, это правильное поведение должно быть и у тех людей, которые еще не приступили к евреям. Да, я говорю, не приступили к изучению Торы. А значит, это прямо и не евреи. Они тоже не приступили к изучению Торы. Им и не нужно это. Вот эти качества надо себе выращивать. Да, все время несколько раз сказал уже четыре их качества. Они первые. Важно знать, что Всевышний любит именно тех, кто любит других людей.
даже если их очень и очень трудно любить. Мне скажут, их нет за что любить такого человека. Я говорю, а Всевышний хочет, чтобы ты их любил. Как? А вот как? Уступай, прощай, помогай. И отвечай за него. Сопереживай. Приди и утешь, если он в горе. Порадуйся за него, если он в радости. Итак, Всевышний любит тех, кто любит других людей. И я так скажу, резкость такая, да? Нет? И не любит тех, кто других не любит. Даже если их есть за что не любить. А в чем выражается его нелюбовь или его любовь к нам? В том, что тому, кого он любит, он дает жизнь, спасает его, как спас евреев во времена Эстер. А кого он не любит, он не спасает, не дает ему жизнь, как не помог тем людям, которые попали в поколение потопа. Поэтому можно сказать немножко по-другому, а именно, любой человек – ровно настолько живет, настолько он живой, настолько он человек, насколько он любит других людей. И настолько мертв, настолько он не человек. В эту секунду, в этот момент, настолько он других ненавидит. Вот человек позволил себе какую-то ненависть в адрес чьей-то, сам там, в себе, внутри, без всякого проявления наружу. Вот в это время его Всевышний-то и отпускает. Помните, в этом году Билам знал, когда Всевышний на один миг отпускает землю. И в это время он хотел проклясть, и он знал такой момент. Это сказка, все это не так происходит. Это ведь сказка, имеющая за собой явное обоснование. Вот человек взял и подумал о ком-то плохо, а другой вообще все время думает плохо. Он все время не человек, его все время Всевышний не видит, не спасает, отстранил его и держит как голема для своих каких-то целей. Например, быть наказанием для кого-то, чтобы того научить. Причем наказанием адекватным, не больше, чем нужно. Эти люди големы, это как фараон, который в определенный момент перестал отвечать свои поступки и упрямо говорил мне Моше, отвечал, не отпущу я еврейский народ, не освобожу я его, пускай будут моими рабами. И он уже не выбирал это, он заупрямничал, а теперь он стал именно этой стихийной силой, как море, которое само не умеет расступаться, как ветер, который дует. Фараон – это просто такое землетрясение. Так вот, человек, который плохо себя поступает и не любит других людей, почему Всевышний делает его землетрясением для других людей, стихийной силы? Потому что он не любит, а это зависит от него. Он сам решил так себя вести. Ну, что? Значит, что? Любой человек, он настолько живет, насколько он любит других, насколько мертв, насколько он других ненавидит. Поэтому нужно остеречься, ненавидеть любого человека, даже очень плохого. Но это не значит потакать ему, кстати, мириться с ним, если он плохие вещи делает. Да боритесь с ним, защищайте себя, но не давайте ненависти обосноваться в вашем сердце. Ну и последний урок был вера в последнюю, шестая вещь, которую я сегодня хотел сказать. Есть и такие, которым уступаешь, они еще и на голову сядут, усмехаются. Что такое? Я таких знаю. Давид из Берлина. Ну, я же на эту тему прямо вот на голову сяд уже много-много своих статей написал. Статей написал на эту тему, что ну не надо беспокоиться, что кто-то мне сядет на голову. Ну, посмотрите, как он сядет. Может быть, ваша голова для того, на шее обычно говорят, да? Может, ваша шея для того и сделана, для того, чтобы его и вести, и помочь ему. В общем-то, мы же родились для того, чтобы помогать другим людям, а не для того, чтобы что, чтобы кто-то не сел нам на шею. Но эта тема серьезная, и, конечно же, нужно посмотреть в моих блогах, как-нибудь я снова об этом расскажу. Вера мудрецов. Характерная черта еврейского народа не только великое уважение в адрес своих мудрецов, но и вера в истину того всего, что они говорят. А это и есть непурима. Ведь благодаря мудрецам, Мордехаю в частности, мы победили, что в противостоянии с Амалеком, с Аманом. Вот пришли они, защитили нас, дали совет. Почему? Потому что не на небе Тора, есть такое выражение. Да весь мир сделан ради еврейских мудрецов, и поэтому они целетворение. Сейчас непростую фразу сказал, есть такой тоже урок у меня. Они устанавливают, по крайней мере, законы. Так или иначе, не случайно в каждом поколении мы приходим советом к мудрецам, к Мордехаям нашего поколения. В частности, например, это Рав Штейнман, Рав Каневский, Рав Шмуэль Ойербах, Шалита. Вот я хожу к Раву Ойербаху за советом, за благословением и так далее. И
На этом мы сегодня закончим. Почему же это важные? Это только 6 тем еврейского мусара на примерах Пурима. Вообще можно учиться и на примерах Песаха, и на примерах, знаешь, на чем угодно. Вся Тора как голография. Знаете, что такое голография, да? В каждой точке этой картины находится вся картина. В каждом моменте нашей Торы находится вся Тора. В частности, весь мусар. Вы мне даете описание храма. Вот сейчас мы изучаем описание храма, как храм был устроен, да? Книга Ваикра. И что? И там можно найти весь мусар. Все взаимосвязано, и все это важно для меня. Мусар – это мое поведение, как я умею себя вести, и как мне нужно жить в этой жизни, выполнить свою задачу. Сегодня я уже подсказал, я рожден для того, чтобы что? Помогать другим людям. Это я не про себя сказал, а про вас, про всех. Помогать другим людям. Не отстаивать свой интерес, поставить ограду и защищать самого себя, то, что принадлежит мне от других, от посягательств. Может быть, и нужно, да, это с Берлина, может, иногда, нужно подумать, по крайней мере, на такую тему, подставить шею другому, ну, пускай там посидит, отдохнет, может, это его научит, и меня чему-то научит, мы станем лучше, а главное, для этого нужно выжить, как мы выжили в Пурим. Я поздравляю с праздником Пурим, всем хорошего, удачи вам на еврейском пути, всего хорошего, шалом, шалом.